пожелать своему лучшему другу Ване, чтобы он учился лучше, чтобы он меньше болтал на уроках и чтобы мне не приходилось давать ему записки. Еще я хочу пожелать своей учительнице, чтобы она, Елена Викторовна была второй, чтобы она меньше ставила двоек, меньше ругала, писала замечания. Пускай все проживут лет по 500. Когда-нибудь покатаются на оленях. И вообще у них все будет прекрасно. Дорогая Елена Викторовна, я хотел бы поздравить, можно сказать, и нас, и вас с вот этим днем. Конечно, я бы не хотел расставаться с вами. Я бы хотел пройти этот весь путь сначала. Я бы не хотел уходить. Меня радует даже то, что мы будем все равно встречаться. Я бы хотел пожелать вам, пожелать всему нашему классу такой же доброты, такой же надежды, таких же знаний, как у отличников. Таких же учеников, как и мы. Я гимнастка, меня зовут Аня. Мне сейчас 10 лет. И я заканчиваю 4-й год класс. Я обращаюсь со своей первой учительницей Еленой Викторовной. Она очень хорошая. Я хочу, чтобы ей попадались такие же первоклассники хорошие, как и мы. Ну, хоть мы и шумные, но все равно мы хорошие. Я желаю своим одноклассникам хороших друзей и чтобы всегда были здоровы и счастливы. А учительнице я хочу передать большой-большой респект, потому что она нас учила много-много интересного. Учительница, чтобы в следующем году у нее попались хорошие первоклассники, чтобы они ее не обижали и получали пятерки и четверки. А если обидят, как Тимур сказал, мы им уши надерем. Oh,
нашей учительнице, чтобы она оставалась такая добрая, веселая, чтобы побольше шутила и поменьше ругалась. Мальчикам из нашего класса желаю, чтобы они оставались веселыми, только поменьше нас дергали за косички, а девочкам оставаться такими же красивыми, как они сейчас, и веселыми, добрыми. А еще, чтобы наш класс когда-нибудь на выпускной, например, в 9 или в 11 классе полетел на море. Дорогая Лена Викторовна, желаю, чтобы у вас был очень хороший класс, чтобы он был адекватный, чтобы он никогда не орал, и чтобы все слушались вас. А своему классу я хочу сказать, ну, точнее пожелать, чтобы они всегда, и я тоже, были вместе, и за друг друга хватались, и были вместе, и никогда не ссорились, не дрались, и не расставались. Я тоже очень люблю. Жалко, что мы уходим. Я бы еще осталась.
Дорогие мои ребята, вот и подошел к концу наш с вами творческий путь. 4 года мы были вместе. В дальнейшем вас ждет все самое наилучшее. Вы будете всегда в моем сердце. Желаю вам только всего хорошего. Успехов, успехов и еще раз успехов. Ваша Елена Викторовна.